Всем привет! Омега – блестящая, активная, подвижная рыбка, имеет задиристый характер, что ограничивает потенциальный круг совместимых видов, но между тем делает ее интересным объектом для наблюдения. Назвать ее скучной не получится. Рыбка относительно проста в содержании и неприхотлива в кормлении, может быть рекомендована начинающим аквариумистам. Рыбка родом из Центральной Америки, дикие популяции распространены в некоторых горных речках. Самцы несколько мельче самок, обладают более стройным телом. Окраска темно-серая с многочисленными вкраплениями черных пятен неправильной формы. Пигментация располагается преимущественно вдоль боковой линии. Плавники также темного оттенка с яркой желтой окантовкой по краям. Самки менее изящны, имеют крупное округлое тело. Окраска светлее со схожим рисунком из темных пятен. Омега блестящая ест все виды сухих кормов. Обязательно нужно включать в рацион растительные добавки, специализированные пакетированные корма, спирулина и шпинат. Кормить нужно 2 раза в день в количестве съедаемом за 5 минут. Как и любой выходец из проточных горных рек, омега весьма требовательна к качеству воды. Главное условие – чистота. Гидрохимические показатели уходят на второй план, поскольку имеют солидный диапазон значений. Стайка рыб производит много отходов, поэтому для поддержания приемлемого качества воды потребуется ее еженедельное обновление на 20% объема и размещение производительного фильтра. По мере необходимости следует очищать грунт от органических отходов и удалять налет со стекол аквариума. Также немаловажное значение имеет насыщение воды кислородом, для этой цели используются аэраторы. Пузырьки должны быть как можно мельче, но при этом доходить до поверхности, не растворяясь по пути. Другое минимально необходимое оборудование включает обогреватель и систему освещения. В оформлении доминируют густые заросли растений со свободными участками для плавания, субстрат любой темный, он позволяет рыбам проявить свои лучшие цвета. Остальные элементы декора подбираются на усмотрение аквариумиста. Омега – активная и местами агрессивная рыбка, что особенно проявляется среди мужских особей, но внутривидовые стычки почти никогда не приводят к травмам. Со временем в группе выделяется альфа-самец, отличающийся более интенсивной окраской. Во время кормления активно конкурируют друг с другом. В случае совместного содержания с медлительными видами, последние могут недополучить свою часть корма. Кроме того, излишняя активность омеги блестящей ограничивает выбор соседей. Следует подбирать рыбок схожего темперамента и размера или содержать их в видовом аквариуме. Рыбка легко разводится в домашних условиях, не требует создания особых условий или отдельного резервуара. Нерест может проходить в любое время в течение года. Самка инициирует брачный период, плавая по диагонали около самца и выполняя дрожащие движения. Когда самец будет готов, происходит спаривание. Беременность длится 50 дней. За это время брюшко очень сильно раздувается. Мальки появляются полностью сформированными и готовы принимать обычную пищу, только в измельченном виде. Содержать можно вместе с родителями, случаев каннибализма не замечено. Особенность данного вида от остальных живородящих рыбок заключается в том, что во время беременности у самки формируются особые внутренние структуры, по типу плаценты у млекопитающих, через которые происходит кормление мальков. За счет этого мальки значительно дольше находятся в утробе матери и при появлении уже полностью самодостаточны. В первые дни у мальков заметны небольшие отростки, остатки той самой плаценты пуповины. Всем спасибо за просмотр!